Ставропигиального мужского монастыря. Ваше Высокопреподобие, в день памяти святого апостола Христова Варфоломея сердечно поздравляю вас с предзнаменитством, предстательством вашего небесного покровителя, да укрепит вас премудрый Бог в дальнейшем следовании по пути спасения, ниспошлет вам свою великую силу, дабы вы с отчаянием и прилежанием исполняли возложенные на вас начальственные труды по управлению веренной вашему попечению древней Николо-Угрешской обителью. Молитвенно желаю вам доброго здравия и духовного преуспеяния на многое лето. Призываю на вас и ваши труды Божие благословение. Кирилл, патриарх Московский и вся Руси. На месте, также вам передать сердечные поздравления от председателя синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископа Кашинского Феодоста. Он просил вас поблагодарить не только за ваши труды по управлению этой святой обителью, но поскольку вы являетесь членом коллегии отдела по монастырям и монашеству, всегда с готовностью откликаетесь на просьбы и исполняете там послушания многоразличные. Ну и также я присоединяюсь к этому поздравлению. Учитывая то, что ваш День Ангела всегда также совпадает с праздником иконы Божьей Матери Господней есть, а также то, что первым храмом, который был передан здесь, на территории Николо-Угрешского монастыря, первые службы стали совершаться, также у храма, посвященный Пресвятой Богородице и Успению, ну и также то, что, как мы знаем, Пресвятая Богородица является особой покровительницей всех монашествующих, позвольте вам преподнести образ казанской иконы Пресвятой Богородицы. Много рамок. Дорогой отец наместник, в этот праздничный, торжественный, дорогой для нас день, позвольте вас поздравить на ваше тезименитство. Вы поставлены судьбами Божьими управлять, но и самых величественных, больших обителей московских. Служение наместника, оно, с одной стороны, оно заметно, потому что наместник всегда впереди, он возглавитель богослужения. С другой стороны, служение наместника часто бывает скрыто от людских глаз и от людского понимания, как дети, живущие с родителями, они всегда знают и всегда ожидают, что они будут накормлены, умыты, окружены заботой. Вот точно так же и мы в монастыре видим, что службы совершаются, все необходимое присутствует, ремонт совершается, когда надо, розы растут и пахнут. Вот. В то же время даже бывает дрожь, даже бывает, там, вот там что-то опять все разрыли, опять все перекрыли. Вот. Но за всем этим ведь стоит ваша, дорогой отец наместник, забота о том, чтобы монастырь он хранил благочестие, чтобы совершалось богослужение, чтобы все здесь было обеспечено для того, чтобы и братья молились, и люди приходили, и молились в храм. Вот. Поэтому, дорогой отец наместник, позвольте вам пожелать в этот день крепкого здоровья, которое всем нам нужно, сил, пастырской мудрости, особенно, конечно, такой помощи, подкрепления Божие, вразумления Божие в трудные минуты, потому что мы знаем, что всегда есть такие моменты, когда трудно, когда непонятно, как поступить, вот, когда нужно выбрать какую-то линию действования, или быть решительным, или быть осмотрительным, или быть строгим, или быть снисходительным. Это трудно, и бывает, что и посоветоваться не с кем, а даже если есть с кем посоветоваться, то все равно вот этот груз и бремя ответственности, оно ложится на ваши плечи. Поэтому позвольте вам пожелать прежде всего помощи всесильной Божией молитвы для святых.
Пресвятой Богородицы, Стефан Николай, апостол Варфоломей Варнава, Пименов Угрешки, всех святых Угрешки. Ну, со стороны братьев тоже просим вас о снисходительности к нам, вот чтобы тот пасторский жезл, который вам вручен, он использовался более не для наказания, а для указаний, вразумления нашего. Позвольте в знак нашего молитвенного единения преподнести вам святую Просфору. Мы, поскольку нас тут всегда поминаем наместника, причем наместник всегда наместник из братьев святые обители сия, так и молитвы наши будут всегда едины. Просим ваших укрепляющих нас молитв и наши немощные молитвы всегда с вами. Ваше высокоподобие, дорогой отец Архимандрит, отец Стефан, благодарю вас сердечно за поздравление в Болгарии благословения в священном начале, считаю благодарительный адрес от Святейшего. Конечно, День Ангела самый такой радостный священный подарок, потому что внимание Святейшего, его любовь, его слова поддержки, назидания, они особо много значат для каждого человека. Поблагодарить братьев за молитвы, за терпение, за то, что терпите мои достоинства, мои что-нибудь ошибки. И самое главное, что направляете, не даете как-то расслабиться, направляете на путь истины, всегда подскажете тем или иным образом. Даже можно иногда не говорить, но это так уже достаточно становится понятно. Поэтому прошу особой вашей поддержки и молитв. Дорогие братья и сестры, всех вас благодарю за общее служение, во помощи Божией, покровительство святых апостолов, Царицы Небесной, много-много благодарю.